С добрым вечером, друзья! Сейчас на часах уже 9 часов. Ну и сегодня покажу вам, как покрасить броню в Майнкрафте Pax Edition. Но для этого вам понадобится поставить такие котлы, в которые вы должны налить обычную воду. После чего вы должны взять краситель, с которого вы хотите покрасить броню. Ну что ж, просто берете краситель и тапайте им по воде. После чего ваша вода красится в тот цвет, которым вы тапнули по воде. Как видите, сейчас я покрашу все 6 котлов. Вот так. Все, теперь все нормально. И просто берете обычную кожную броню и тапаете этой кожной броней по этой водичке. И наша броня, как видите, красится в любой из этих цветов. Сейчас она стала красной, желтой, зеленой, а также она стала коричневой. Да, как-то странно. Коричневая броня красится в коричневый цвет. Да, это как-то на командке. Ну и также вы можете покрасить нагрудник любой из этих цветов. Но, к сожалению, вы не сможете покрасить ни алмазный, ни золотой нагрудник, в том числе и шлем. Как видите, все красится. Также вы сможете смешивать эти цвета. Как видите, я смешал желтый с этим цветом, и у нас получился вот такой цвет. Также можно с коричневым и зеленым цветом смешать, и у нас получится темно-коричневый цвет. Это все прикольно выглядит. Вот, давайте попробуем смешать. Вот у нас такая темно-синяя вода. Это... смешанные краски, вы также сможете красить эту броню. Давайте я вам сейчас покажу. Вот сейчас мы покрасили наши штанишки. Это очень прикольно и забавно. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.